Аптекарский сад, сухой фонтан и лыжная зона. В Кирове продолжают обсуждать концепцию благоустройства парка у Дворца пионеров. Путь к преобразованию парка 50-летия ВЛКСМ начался в 2022 году. В разработанной концепции есть пространство для отдыха, развлечений, спортивных площадок. Также уделено особое внимание сохранению зеленых насаждений и мемориальной зоны. В Общественной палате Кировской области состоялась итоговая презентация проекта благоустройства территории. В ходе мероприятия рассказали, что сейчас специалисты составляют техническое задание, уточняют детали, а затем начнется подготовка самой территории к реализации проекта. Понятно, что еще долгий путь, в лучшем случае в 2025 году, по крайней мере, как нам обещают организаторы, начнется реализация этого проекта. То есть, в принципе, время есть. Мы попросили не торопиться и еще раз взвешенно все обсудить, потому что даже деньги не маленькие. Предварительно, если не ошибаюсь, 283 миллиона на реализацию проекта, не считая проектной документации. Ну, такой. Но проект должен получиться интересным.